находимся в отель в старом городе, который называется «Три короны» до Ратушной площади, главной площади города, 150 метров. Ну, здесь оживленное место, я смотрю. Мы вообще туда пришли? А вот это хороший вопрос. Не знаю. Сейчас узнаю. 201 звонок на втором этаже. Пароль Wi-Fi. Вот здесь я написал. Завтрак 7:10 внизу в ресторане. Где живете? А туда проходить? А вам сейчас на второй этаж полезем. Ребята. Спасибо, мама. Разрешите пройти. А что здесь такое? Может, нам тоже нужно это? Это танцы, если вы умеете. Умеете? Могете просто. Нет, не умеем. Тогда не надо. Там танцы. Алина уже без танцев. Сейчас ноги отвалятся. Поднимаемся наверх. Вообще... Ну, конечно, я вижу в этом отеле минус. Какой? Нету лифта? Я с тяжелым чемоданом по лестнице, конечно. Слушай, можем поменяться. Я могу взять в руку твой тяжелый чемодан, а ты возьмешь камеру. Как-то. Не, плохо. Пошли, номер на этом этаже. Что, на второй этаж сказали? Можно на втором. Отлично. А какой номер? 211. О, это, наверное, за угол. Точно. Все. 211. Открывай. Лешаны. Ну, это как всегда. Карта размагничивается. Дают две, одна стабильно размагничивается. Всегда, везде, во всех отелях. О, одна работает. Здорово. Заходим. Заходи в нашу душную комнатушку. Ой, слушай, действительно как-то душновато. Может, окно открывается здесь, а? Да. Слушай, если... Я надеюсь на это. А то мы тут угорим. Ну, окно здесь есть, это уже хорошо. Окно здесь есть? Здесь можно прятаться от тебя. Открывается вообще, нет она? Не знаю. О, открывается. Слушай, все. Смотри, аккуратно, там это успех. А куда у нас вид? Вид у нас на какой-то детский сад. Че ты угораешь? Ну иди посмотри, у нас огромная. Смотри, вот комната метров, наверное, 10. А ванна, зато ванна целых 2. Ну если не полтора. Зато это отель в центре города. Слушай, душевая прямо... рядом с раковиной, прикрываешься вот этим полотенчиком, ну и все нормально. Слушай, а что тебе еще нужно? Ну, туалет знаешь здесь какой? Туалет здесь примерно такой же, как в автобусе, в котором мы ехали в Люкс-экспрессе. Давай представим, что мы продолжаем ехать. На самом деле здесь все такое маленькое, потому что это отель в старом фонде, в очень старом доме. У нас здесь даже есть 14 века какие-то выложенные плитки и так далее. В общем, мы все это пойдем смотреть. Давай переодеваться и в город. Нормальный отель. Раньше гигантомании не было. Люди были скромными, не то что сейчас. Ладно, все, переодеваемся и в бой. Смотри, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Какую вещь? Здесь есть зал, в котором оконная рама датируется аж 14 веком. Тут все похожи, как оконная рама 14 веком датируется. Но не все. Вот эта прялка, где реально 11 веком датируется. На нем реально сам царь Горох, наверное, прял. Ну или та принцесса, которая уколола себе кино в сказке. Ладно, пошли, есть уже. Добрый вечер. О, добрый вечер. Ой, слушай, а не прикрепиться ли нам, а? Пятачок, вот здесь. Конечно. Можно? Да. Вкусно? Очень вкусно. В
Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Здесь ресторан? Я вам покажу, где гриль. Так, сейчас нам здесь покажут все самое вкусное. Грильбар «Три лягушки» – это имя. Здесь был несколько сотен лет назад был немецкий купец, который имел этот дом. Имя было Герр Фроссен. Но гербе был такой «Три лягушки». В честь ему назвали грильбар «Грильбар «Три лягушки». А я-то думаю, почему здесь везде лягушки продаются керамические? Теперь все понятно. О, слушай, прям катакомбы какие-то. Прям подвал. Этот столик там. Да. Все отлично. Может, спасибо. Сам смотреть, как они готовят здесь. Спасибо. Можно поснимать, да? Спасибо. Лягушки, лягушки. Три лягушки. Посмотрим, какие здесь цены. Ну давай, поделись. А, меню на русском есть. Лягушачьи лапки, гриль на зеленом салате. Будешь? Ты сегодня любишь экспериментировать? Нет, я после лосятины вообще ничего не хочу. Хорошо, филе тунца с картофельным пюре 19 евро. Это не дешево, но я думаю, что это будет очень вкусно. Вот это вот, да, это я хочу. И еще знаешь что? Водки с перцем. Ай-яй-яй. Почему? Ай-яй-яй. Сейчас вообще нужно дезинфекцию срочно организму проводить. Хорошо. Недавно в Монте-Катине я пыталась съесть голубя. Оказалось, что есть братство голубей. Я надеюсь, что братство лягушек не существует, и меня никто не захочет занести в черный список. Да, кстати, на заднем плане твоя лягушка готовится. Спасибо. Ну что, просто огромная порция. Да, очень большая. Сейчас мы попробуем лягушачьи лапки. Давай, я хочу даже на это очень-очень посмотреть. На что, на лапки? Как ты их ешь. Ну, на всякий случай мы средства дезинфекции заказали. Вот перцовочку. Не надо. Итак. Давай. Но кура. А, не совсем. Нежный такой цыпленок, не жирный. Наверное, мне больше кажется на кролика похоже. Но вкус такой, как бы, достаточно привычный. Не экзотический. Я понял. Я не знаю, конечно, что-то у тебя с едой. Но вся еда в ресторане, вкусная она или нет, можно понять, съев хлеб местной выпечки. Он очень вкусный. Домашний хлеб, домашний. Он даже горячий. Логично. Не правда ли? Ну что я скажу, хоть порция стоит 19 евро, и вроде как и не дешево, да? Но за такую большую порцию 19 евро стоило отдать. Средняя прожарка. Идеально.